1 июля 1807 года состоялось Афонское морское сражение в рамках очередной русско-турецкой войны. Русским флотом командовал вице-адмирал Дмитрий Синявин. У него было 10 кораблей при 754 орудиях. Турецкий возглавлял Капудан Паша Сеид Али, и у него было 20 кораблей при 1196 орудиях. Выманив турецкую эскадру из Дарданельского пролива, Синявин отрезал ей путь к отступлению. Русские сосредоточили огонь на трех флагманских кораблях турок, создав вокруг них превосходство в силах, выставив против них 5 кораблей. Остальные корабли сдерживали оставшийся турецкий флот. В результате один из флагманов был взят на абордаж. Остальные начали отступление. Всего османы потеряли 7 кораблей, Синявин ни одного. Турецкий флот хоть и не был уничтожен, но надолго перестал существовать как серьезная боевая сила.